Установка бокового дефлектора 2D от компании Stilk 11 на Чинган UNI-V. Что такое 2D? Это даже плоский, даже мягкий. При установке будет стоять жестко. При открывании окна шума он не создает. Установка именно на UNI-V, именно вот с этим треугольником полным. Подводим. Здесь у нас именно по плоскости. Вот здесь лежит полностью плоско. Дальше у нас он идет под наклоном. Берем полотенечко и теперь основательно доклеиваем. Вот видите, здесь переход в плоскость, потом под наклон. Здесь у нас еще в защитной пленке. Смотрим на первый дефлектор. Чуть-чуть поклеиваем. Делаем по высоте, воздух. И смотрим, чтобы у нас был верх и низ одинаково. Убедились, что все одинаково. Подклеиваем сзади, снимаем защитную пленку. Также берем полотенчика и также основательно доклеиваем. Также есть третья деталь для декора, чтобы закончить всю эту красоту. Также снимаем защитную пленку. Смотрим на первый, на второй дефлектор. Чуть-чуть прям подклеили. Опять в воздухе. Ну, здесь, видите, еще пленку я не снимал, можно приложить. И смотрим по высоте, чтобы сошлось так же. Вижу, что сошлось. И основательно заклеиваю. Сейчас будем снимать защитную пленку. Если вы не нашли товар от компании Stilk 11 на свой автомобиль, также 2D-дефлекторы, лобовой дефлектор, защита сетки, также защита камеры, то, пожалуйста, звоните, обращайтесь. Разработка от компании Stilk 11 будет бесплатной. Звоните в компанию Stilk 11. Данную продукцию вы можете приобрести в интернет-магазине компании-производителя. Стрелка11.ру. Прямые ссылки на сайт и товар находятся под видео.